Пять каскадеров лезли ввысь покруче на Памире, но сверху камни сорвались, и их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под Гюльханою и власть народную спасли, но их осталось трое. Три каскадеры шли в песках, плелись едва-едва, один ловушку прозевал, и их осталось два. Из кишлака, услышав крик, решили поглядим, но там был снайпер-штурмовик, и их уже один. Один вернулся ему молиться бы судьбе, но стал не нужен никому, и главное — себе. За рюмкой, скоротая дни, он сжег себя дотла, и снова встретились они, такие а вот дела. Ла-ла-лай-лай-ла, ла-ла-лай-лай-ла. Да, спасибо большое.